3 декабря в зале районной администрации прошла вторая сессия Совета муниципального образования «Северский район 6-го созыва». Встреча традиционно началась с награждения депутатов грамотами и нагрудными знаками за победу в конкурсах. Также добрым словом вспомнили накануне ушедшего из жизни депутата, активного жителя района Валерия Горбатко. На совете парламентарии рассмотрели вопросы о местном бюджете на следующие года, утверждение положения о муниципальной службе и правил землепользования и застройки Новодмитриевского сельского поселения. С докладом о финансовом контроле исполнения бюджета в поселении на 2021 год выступил заместитель начальника финансового управления Андрей Красиков. Решением коллегии Министерства финансов в сентябре 2018 года было рекомендовано поселениям передать данный вопрос на уровень муниципальных районов, что позволяет как экономить бюджетные средства, так и улучшить организацию работы по обязательному декларированному бюджетному кодексу осуществлению муниципального финансового контроля. Глава Северского района Адам Джарим поблагодарил народных избранников за хорошую работу. Вот здесь, вот тот костяк, на которого я полагаюсь и уверен, что уже в следующем году 10 лет моей работы в нашем районе. Уверен, что мы и дальше пойдем заданным курсом, еще раз говорю, курсом, которым ставит перед нами президент, губернатор, а самое главное, это жители нашего района. Сессии Совета муниципального образования «Северский район» проходят ежемесячно.